не говорил, что это просто самолет. На самом деле это самолет особенный. My team for this hangar and the project for this CSKA Moscow is working together as well like a few years. Данный проект можно назвать наиболее сложным из моего опыта. We have 32 years experience of repainting aircraft. Everybody talking like together, like team, like basketball team or like football team, like everybody together. No separate, nobody like put no separate because must be like team. Окраска самолета происходит в старинном голландском городе Маастрихт. Фирма-исполнитель выбрана на основании того, что эта фирма имеет огромный опыт выполнения специальных рисунков на самолете. Мы называем это ливреями. We have many of aircrafts with special liveries, like for football teams, like basketball teams and hockey teams. We have quite good experience and very good quality of that aircraft's special liveries. We like to do them. They are very interesting programs. Процесс окраски состоит из множества этапов, которые выполняются последовательно. Первоначально мы удаляем старую краску самолета. После этого поверхность требует оценки ее состояния на предмет отсутствия повреждений. И только после этого эту поверхность можно подготовить к нанесению нового слоя лакокрасочного покрытия. В данном случае сначала был нанесен грунт. Далее самолет был полностью покрашен в белый цвет, чтобы обеспечить контуры логотипов. И после этого последовательно наносились синий, красный, оранжевый и серебристый в носовой части самолета. К стандартному проекту использовалось несколько дополнительных этапов, которые вызвали наиболее сложность. Это именно переходы из синего цвета в красный, из оранжевого в синий. В данном случае приходилось так расположить символы клуба ЦСКА, чтобы они были, во-первых, хорошо видны, и, с другой стороны, они не перекрывали бы иллюминаторы и специальную маркировку самолета. Полученный рисунок был полностью покрыт лаком. Лак нанесен в два слоя для придания большей яркости этого рисунка. На данный проект были использованы материалы ведущей компании по производству красок. Всего ушло 340 литров самой краски, 28 километров фиксирующей пленки и 32 квадратных километра укрывной пленки, маскировочной пленки.
Самолеты, окрашенные в специальный дизайн, всегда вызывают повышенный интерес у пассажиров. Я сам несколько раз видел, как люди фотографируют этот самолет. Мои друзья пытаются обменяться этими фотографиями через социальные сети. То есть явная популяризация клуба и ЦСКА, и авиакомпании «Аэрофлот». На этом красивом самолете будет выполняться перевозка пассажиров и баскетболистов ЦСКА. Очень надеюсь, что и те, и другие получат большое удовольствие от полетов и от очередных побед.